Уся продукция была китайской вытворчасці. Як растлумачылі ў Гомельской областной инспекции Дзяжстандарту, подкладка дитячего и подлеткового абутку была зроблена со штучных и синтетичных материалов, а не натуральной скуры, что не отповядая потребованиям регламенту безпеки. Под заборону трапила продукция каля 10 вытворцев. У нас на сайте информация, мы информируем потребителей, чтобы обращались перед покупкой к реестру опасной продукции, где данная продукция расположена, информация вся на ней размещена. Также обращать внимание на маркировку продукции, она должна быть полной для идентификации продукции, то есть и наименование, и дата изготовления, и производитель, и также информация о документе о соответствии данной продукции требованиям. Такая перастярога тычыцца не только дитячего абутку. У спіс так само можно додать одение и продукты харчавання. Дзяжстандарт проводит контрольные мероприемствы амаль кожный месяц.